Добрый день, обзор мотоцикла Honda CBR600F2, 95 год, без пробега по России. Привезен данный мотоцикл из Нидерландов, растаможен, покупатель будет первым собственником. Как всегда, мы отправляем технику транспортными компаниями. По Москве, Московской области можем доставить собственными силами. Доставка до транспортной компании у нас бесплатная. Сразу хотел бы попросить вас подписаться на наши соцсети. Здесь мы выкладываем обзоры на мотоциклы, которые привозим. Последние поступления у нас несколько, 2 FGR, бордовый FGR с тремя кофрами, VFR 800. Можно сказать, идеальная диверсия, 35 тысяч пробега в изумительном состоянии. Чуть позже мы сделаем на нее обзор FGR с двумя кофрами. И также в наличии много другой техники, поэтому подписывайтесь, вступайте в группу ВКонтакте или смотрите наше объявление на Авито. Возвращаясь к данному мотоциклу, 25 тысяч пробега, оригинальные тормозные диски, сейчас покажу, какой они толщиной. Предыдущий собственник в Европе поставил зачем-то здесь руль. Ну, это как бы его право. При повороте руль упирался в стекло. Он здесь аккуратно вырезал. Или неаккуратно. Каждому решать. Стекло здесь стоит не безумных денег. Есть куча возможностей приобрести стекло на AliExpress, на других торговых площадках. Все необходимые клепоны, тормозные шланги, грузики на клепоны, соответственно, гайку. Все здесь лежит бережно в коробочке, можно все это обратно вернуть. Без косметических недостатков по пластику. Вот есть только маленькая вот такая тычка на баке. Положение цепи, центральная подножка, резина задняя 9 года, передняя 8, Мишлен. Вилка сухая, пыльники не драные. Вилочка везде чистенькая. Так, передней колодки остаток процентов 50-60. Это минимум, может даже больше. Немножко неудобно здесь смотреть. Минимально допустимый износ тормозных дисков здесь 4 мм. Здесь почти 5, чуть меньше 5. Даже на ощупь никакой грани между рабочей и нерабочей поверхностью не ощущается. Так, задний диск. Маркировки здесь по минимальному остатку не нашел, поэтому покажу только значение. Здесь примерно 4,5 миллиметра. Но на ощупь тоже здесь глобальной выработки не наблюдается. Оригинальный натяжитель цепи стоит, никаких там вмешательств по установке механического не было. Оригинальный натяжитель. Ключ здесь, к сожалению, один, но приобрести эту заготовку вообще не проблема, стоит она совсем недорого. Так работает мотор при закрытом глушителе.
Как я уже сказал, в наличии много другой техники, поэтому пишите в комментариях, если что-то кого-то заинтересовало. Или пишите на WhatsApp. Постоянно происходит пополнение мототехники. В ближайшее время будет еще небольшой привоз. Всем большое спасибо за просмотр данного ролика. Всем крепкого здоровья. Всего наилучшего. Хорошего сезона, кто уже ездит. Всего наилучшего. Спасибо за просмотр. До свидания.